Пане Кирило, і також з приводу погроз від Російської Федерації посилити угрупування військ на фінському кордоні у разі вступу Фінляндії до НАТО. І, зокрема, Сполучені Штати Америки заявили, що вони зможуть допомогти Фінляндії та Швеції, якщо на них нападуть ще до вступу до НАТО. Як, на вашу думку, на це може відреагувати країна-терористи? І чи можуть вони сприйняти це як провокацію? Позиции США и позиции Великобритании, которые говорят, что до вступления той же Финляндии в НАТО они готовы их защищать, это прекрасно, это здорово, это очень сильно, это реальная поддержка. Но на самом деле мы прекрасно видим, что Россия очень хочет усилить свои позиции на направлении Харькова, но не может. Их вооруженные силы Украины просто оттуда вышибают пинками. Они очень хотят пробить коридор на Приднестровье и напасть на Молдову. Но тоже не могут, нет ресурсов. Они стягивают, кого могут, на наше направление, на Лисичанск. И там тоже это жалкое зрелище. Это совершенно неподготовленные, мобилизованные русские военные, которых у нас называют просто смазкой для штыка. У России нет ресурсов. Остались только угрозы, слова, но за этими угрозами и словами нет реальной силы. Поэтому все разговоры о нападении на Финляндию, на Швецию, на Польшу, о большом наступлении в Украине, это просто разговоры, в которые уже никто не верит. Ни разведка, ни политики, ни дипломаты, ни военные. Все, Россия выдохлась. Она может еще немножко жать, немножко стрелять, но ни о каких серьезных усилениях речь не идет. Они не могут себе позволить еще где-то начать войну, просто потому что они не тянут войну здесь.